на Волге был. На Волге был. Это так приклевало там. Сазаны. 15 сазанов. Ух ты! 15 сазанов. Самый большой сколько? Пятерочка. Ну, я бешеные. Серьезные. Бешеные какие-то, с ума сойти. Я думал, самки будут память это самое. А дома начал патрошить одну такую. Она вытянутая, но самка. Понятно. Думаю, ага. Значит, они, видать, там все такие. Ну и... Ну, вытянутые. И хищники, и самятники. Там, ну, самятников я не видел. Я же даже кровь не делал. Где ты был? Калач? Не, калач-то на Данном. А мы были в Астраханской области. А, там? Там. Ну, там надо по карте показывать, где. Где-то Грачи, Никольская какие-то. Ну, короче, куда-то, где-то там. Ну, на воду. Второй раз поедешь, не найдешь. Не, почему? Найду. Наверное. Наверное, да. Ну что, начинай. Да? Да. Мы. Да. Правильно решение. Сегодня это. Ты ловился за новым. Я с вами немножко позанимаюсь. Мы очень рады. Немножко позанимаюсь. Это очень правильное решение. Вот смотри, вот это тут так стоит, да? То есть мы с тобой тогда вдвоем начинаем. Ну да. Значит, валенки они. А то холодно как-то. Мы валенки одеваем. Валенки. Поблагодарю. Опа, валеночку одеваем. А то что это не без валенок? Некрасиво на фотографии получилось. Да. Это. Говорит вам вот это настрой или вы уже сами настраиваете? Ну, все равно подсказывает. Приятно, ты же как настраиваешь. Хорошо, нас. Хорошо. Но оно как бы не лишнее. Не лишнее. Не, говорю, не, никак, да? Не лишнее. Очень, да, приятно. Так, повесели. Так, первым делом повесели. Первым делом мы испортим самолет. Повесели. Так, немножко проснулись. Ты, ну, да, на скольки закончил, или так сказать, ты со скольки начинал? Сейчас. Две недели помнил, сейчас забыл. Шариковой ручкой книжки записывал. Так, мы сначала начинали, я закончил на 380, по-моему, значит, начинал где-то с чуть больше 300. С 300, да? 300, да. Да, ну давай начнем с 300. Как говорится, не будем лечиться, да? Не будем. Тем более, что 300 это совсем минимал. Что-то мне так кажется. Ну, начнем. Как вообще так ощущение, что, что, как, чего, кого? По-разному. Ничего такого знаменательного особо не было. 300 килограммов, да? Да. Что, я первый нашел? Да! Ты как ведущий. Опа. Ага, стал, значит, укореняемся. Туда кореньями так. Настраиваемся. И погнали. Жопу, так сказать, разложили. Подняли. Прицелился. Процесс пошел. Посидели. В голову отдачу. Хочу дачу. Укоренился. Немножко отдохнем.
когда я купил эти новые штуки, я об них уже споткнулся. Дали выше. Чтобы бросить. У меня вес скачал. У меня было 103, ага. Сейчас 94. Вес, значит, уменьшается. То есть нормализуется вес. Ну, у меня как бы еще до этого начал падать. А потом как бы стабилизировался. Это что там, как рассказывается, что там тетка пришла толстая, что она не делала. Сама думала, ничего не получалось сегодня, говорит. Позанималась она само. А, само. Гормональная система там стабилизируется. Вот. Ну, у меня так, я так понял, будет поддерживать. Какие-то процессы идут. Незаметные, да? Ну да, идут. Нет, что-то идет. Идет и при том абсолютно точно. Не, я вам одно другое скажу, самое интересное. Вот тот момент, что мы вот дисциплиной, тренировок, вот это вот как-то это уже... А как же? Это уже вот хороший настрой дает. Именно вот это. Это уже классно. То есть жопу вот сюда вот. Где-то так. Я уже понял, надо таким как было. Давай фломастером и потом. Перед этим еще немножечко настраиваемся, как бы, типа там он еще говорил конденсатор, вернее он говорил кристалл. Кристалл напоминает конденсатор, как бы он зарядился, прям только энергию отдал. И потом опять на заряд пошел. Есть, да? Идем его накачку сейчас. Укоренился. Так, почувствовал как-то. Что используешь больше энергию, вот как. Так что ты чувствуешь, что таз у тебя лежит, туда, опять таз сюда ушел, тебе туда чуть дальше надо ложиться. Вот таз полностью лежит, хорошо. Ну, вижу сейчас, хорошо. Ты можешь вот за это взяться. Так, вдох-выдох. И ножки распрямляем. Пошел. Опять поехал, да? Нет, сейчас нормально, абсолютно. Нормально, да? Ну, абсолютно четко и спокойно, прям. Хорошо. Без лишней суеты, ага. И прям все хорошо пошло. Так. Это у нас еще 40 будет. Килограмм. 40. 400. 350-40-390, правильно? 390, да? 400 ставим. Ищи, не гони лошадей. Да. Ну, по полтинничку, раз. Я уже милю уже по десятке, там, нет, ну по десятке добавляю. Нифига не идет. Не, ну сейчас прям второе мне легче пошло, чем первое. Во-первых, ровнее лег. Лучше настроился. Да. Мне, как ты говоришь, представляю, у меня сразу такие представления, такие воображения насчет этого. Угу. Начал настраиваться, говоришь, кристалл. У меня кристалл, что между ног где-то выше, возле задницы кристалл. Угу. И почему-то я, ты говоришь, заземлился, а мне как оттуда, ну вот якорь сверху в землю тянет. А впереди конденсатор. Хорошо. Ну как-то вот. Хорошо. Вала, почувствовать это. Мощнейший ток энергетический. Ну пока он у меня ток изнутри, пока я не из земли пошел. Ну это хорошо изнутри.
И все это еще и в радости, чтобы как-то что-то не бывает страшно, что-то напряжаться. Не-не-не, пока прям удовольствие идет. Понятно. Даже свет на русский для удовольствия. У нас же врачи все уволились. Каменская. И шиша даже уволились. И шиша даже уволились. Да. Ну, я же какой-то митинг показывает, там прям барбарик. Досталось этот конь, да? Ну. Чтоб шиша уволился, ты представляешь, что это? Да представляешь, что это такое. Как ты легко рванул, чипнулся. Хотя внешне уже это нагрузка плотная. Лицо покраснело на долю секунды. А желательно, чтобы оно не краснело. Главное вот это вот внутреннее вот это вот отработать, вот, отдачу тебе что-то там. Угу. Раз, как, знаешь, как. Угу. Не быстро, как там, знаешь, как патрон взрывается, а так оно. Волну пустить. Ну да. Примерно. Лишь бы не шептуна. Примерно так. Волнительного. Откроем тогда это. Настроился, укоренился. Не спеша лег, почувствовал, таз лежит, таз лежит полностью, полностью хорошо лежит, уперся он. И вот оттуда сила. Только немножко. О, отлично. Видишь, как хорошо. Как хорошо. Да, самый легкий раз получился. Ну да, как ни странно. Как ни странно. Чем лучше это человек. Чем лучше настрой, тем интереснее. Да, тем интереснее результат. Ну, так. Как в прошлый раз я пока еще никакого прихода энергии снизу не почувствовал. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Восьмию четыре. 30, 32. Да. Нам надо. 420. Сейчас просто я считаю 32, да? Да, 32. Что-то я сбился. 420 и станок 100, 420. Ага, 30, правильно. 32, и мы добавляем, значит, это 420, если десяточку 20, это 460. Будет... 460. 450 получим. 460. Десяточку на 4 мы умножим. Почему на 4? А, ну на 4. Ну да. 460, да? 460. Да. 460. Я столько не подумал. Я и 420 не подумал. А, слушай, тогда можно тебе нет, поменьше. Это самое. В прошлый раз на 380 закончилось. Слушай, не, 420. Ну мы просто тебе не дали. 400. Ты там рвал, ты хотел все порвать. Не, ну мне пока, Гина, пока нормально идет. Я пока нормально не... идет? Смотри, смотри сам. Просто видишь, я подымал... чуть больше 500, у меня сейчас откат наоборот дальше. Ну, главное упираться. Ну, вот это вот. Ну, мне сейчас опять легко да. Пошло. Отработать вот это вот. Вот я когда в таких весах, я как раз попадаю в то состояние. Да, отработать вот это. В первой попытке я не попал в это состояние, даже как вышел. Особенно ну, за раскачкой. Поэтому и с небольшого веса я начинаю. Отработать это состояние. А там уже как дальше оно пойдет, он сам самодумал, там год бился, что надо делать, ни хрена не знал. Нам так уж хорошо поплохо. Ну и уже это. Согрелись. Ну еще пока не горят. Уже тепло, ага. Не горят огнем, но как бы уже. Близко к этому, да? Пока еще нет. Тебя это. Сазаны греют еще. Колоть и все. Нахапался. Хорошо.
кажется, я говорю, выгинается. Должен выгинаться, пора уже. Уже пора ему выгинаться. Я думаю, птичье обозрение. Не-не-не. Потом будет риф выгнулся, а все осталось на месте. Этот? Ничего? Пока этот. Давай. Сейчас проверим его. По крайней мере на 20 ты уже ушел вперед. Ну, по идее, да. Нежданно и негаданно. Да не на 20, а на 40. Ох, на 40 тем более. Подняли, да. 460 поднял. 60 тоже чего. Настроился. Ушел все. Расположил. О, мощно, отлично. Да. Отлично. Прям хорошо ты его одолел. Ну ты кабан. Как-то последние три раза мне одинаково пошло вообще. Я не почувствовал разницы в весе. Угу. Вот все последние три раза абсолютно одинаковые ощущения. 31 у нас сегодня, да? Да, 31. 31 июня. 460. Ну, это ну, не хрен собачий, да? Да. Напишем пока 460. Так, ну что, скоро? Сколько? 500 и на закончим? Или давай так. Или так, да? 500 и закончим. Так, раз, два, три, четыре.